Интересное развлечение для владимирцев в эти выходные подготовили городские парки. В субботу Добросельский приглашает на программу «Осторожно, снегопад». Она начнется в 11 утра. В Центральном парке культуры и отдыха в полдень предлагают слепить фигуры из снега. Там пройдет акция «Веселый снеговик». Загородный парк в субботу в это же время проведет экологическую акцию «Домик для птиц». В здании администрации парка проведут мастер-класс по изготовлению поделок и домиков для пернатых. Материалы для работы можно принести с собой или получить на занятиях. Кроме того, если кто-то из юных посетителей решит повесить свой домик и накормить птиц, специалисты расскажут и покажут, где и как это лучше сделать. В воскресенье 9 декабря в парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет мастер-класс под названием «Волшебное письмо». В начале декабря отмечается необычный праздник – День заказов подарков Деду Морозу. Что попросить у сказочного волшебника и как отправить ему письмо юным посетителям парка, расскажут в 11:30. В воскресенье 9 декабря в городском дворце культуры можно будет насладиться национальной хореографией. Перед зрителями выступит ансамбль грузинского танца «Имиди» под руководством Тамазы Джибадзе. Зрители ждут как традиционные хореографические постановки коллектива, так и новые номера. Концерт начнется в 17:00. Читателей научно-популярных книг в воскресенье приглашают на цикл семинаров на базе областной библиотеки для детей и молодежи. В корпусе на проспекте Строителей 23 их проведут волонтеры одной из общественных организаций Владимира. С читателями пообщаются на тему литературного явления 20 века, известным как science fiction или по-русски научпоп. Начало в 14:00.